Нормальное функционирование транспортной системы города – необходимое условие существования любого современного населенного пункта. В этом плане у Десногорска все еще впереди. Автовокзал, который был закрыт летом прошлого года, вновь готовится к приему пассажиров. Нас в данный момент интересует зал ожидания, санузлы, касса, перрон. Вот те позиции, которые нас интересуют. Продолжительные судебные тяжбы в истории с автовокзалом подошли к своему финалу. Определением арбитражного суда Смоленской области был назначен конкурсный управляющий, задача которого – запустить объект. 9 декабря фронт работ оценил глава Десногорска совместно с представителями комитетов. В среду проведем рабочую группу, пригласим ЭЛС. С учетом той обстановки, которую сейчас, в принципе, мы сами увидели, и ваше предложение, мы тогда все это дело коллегиально обсудим. Глава города поручил в кратчайшие сроки подготовить и ввести объект в эксплуатацию. Для этого муниципалитет планирует заключить договор с конкурсным управляющим о безвозмездном пользовании автовокзалом в течение 11 месяцев. Необходимый для города объект откроет свои двери в конце декабря нынешнего года. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.